Важная информация для клиентов Постбанка. Обратите внимание, что с пятницы 31 марта 17:00 и до понедельника 3 апреля приблизительно до 14:00 будет невозможно осуществить никакие банковские операции клиентам ни через приложение Постбанк на смартфоне, ни онлайн через компьютер или телефон, потому что будут осуществляться определенные операции переноса данных на общую IT-платформу. Эта процедура также коснется и снятия наличных, то есть в некоторых банкоматах у клиентов не будет возможности их снять. Но, как заявил представитель компании, все же большинство банкоматов будут работать в стандартном режиме. Также у клиентов будет возможность снять их в других местах, например, на кассах в супермаркете.